Ночью на Алисочку надела носочки, потому что у нас работает кондюрик. Надела и все, и спокойненько ребенок спит всю ночь. Всем доброе утро. Стою, крашусь, навожу марафет. Снова в этом платье. Ну, знаете, вот ну не могу из него вылезти, но оно обалденное. Нужно было два брать. Нужно было все-таки взять то голубое. Просто нереальное. И пояс нужно купить с поясом. Бесподобно будет смотреться. Классная модель. Крашу себе бровки новым карандашиком эспрессо. Че, Лисюша? Я хочу пойти там, где была вот этот шест. Что? Шест. На шест хочешь? Ну ты чё, Зай? Ну сейчас. Ну, Зай, на мне как-то. Пожалуйста. Вот так, ребятки, я выгляжу. Мы сегодня едем в Ялту. Все. Все забираем, то, что наше. Здесь у нас продукты. Мусор пошли. После нас. Сейчас иду. Пошли, чуть позже расскажу вам про свои эспадрильи. Меня спрашивали, что за фирма, где покупала. Все расскажу, поближе их покажу. Они просто нереальные, ребята. Они действительно классные. Алиса сегодня в новой футболке. Удобно, дочь? Мама, ты свисток забрала? Да, я все забрала. У тебя в рюкзаке свисток. Идем в ресторан. Покушаем, попрощаемся со всеми. И поедем в Ялту. Не наклоняйся туда. Здесь сядем? А чё грустишь? Все нормально? Алиса просит еще косички сегодня сделать. И очень просится на море. Ребят, ну хоть не уезжай, я не знаю, что делать. Но нам в Ялту хочется. Во дворец, может, попадем какой-нибудь, Воронцовский. Хочешь во дворец попасть? Я на море хочу. На море? Может, сейчас прям просто собрать и пойти на море. Ребят, заказала свой любимый чаек. Манго-маракуя в чайничке. Алиса на наггетсы подсела. Вкусные, да? Обалденные. Алиса, да успокойся. Нет, мы вчера все потратили. Новые. Чтобы до новых добраться, знаешь, сколько нужно их вытащить? Пойдем, пойдем за папой. Пойдем, мы идем делать косички Алисе. Пока Алисе делают косички... Ага, подожди, дочь. Пока Алисе делают косички, я схожу себе, поищу что-нибудь... Типа вот такого платья. Ну, из такой ткани. Очень нравится. Не могу из него реально вылезти. Вот такие шорты, сумочка тоже очень красивая у женщины. Лифчик из такой ткани навряд ли я найду. Вот я еще хотела зайти в крымскую косметику. Вот сюда. Ой, вот здесь хорошие, смотрите. Штанишки классные, платья. Такие в корзине продают. Максим, 1000. Женщина выпрашивает у мужа корзину, говорит, Максим, смотри, 1300. Я тебе сказал, нет. Так же, как и я. Ой, персики всякие разные. Ароматненько, только под ногами. Вот зачем они их ставят, я не понимаю. Люди ходят прям под ноги. А если кто-нибудь оступится, и все, персиком кирдык. Алёш, мы, по-моему, не дошли до них или прошли. А ее нету сегодня, похоже. Сидела вот по этой стороне. Ну все, поехали тогда. Прямая дорога нам гнать на Ялту. Нет, ребят, ничего я себе не выбрала. Даже рядом ничего нет. Примерно подобного. Ну вообще ничего. Нельзя разбегаться, ты сломаешь его. Находимся в Алуште. Ищем парк миниатюр. Ломбарды, аптеки, займы.
Аптек очень много. Прям на каждом шагу аптеки. Ой, какая церковь. Смотрите. Какая интересная. Черная она, главное. Крымских святых. Крымских святых. Мы нашли парковку, паркуемся. И здесь Алиса на парковке кое-что увидела, хочет вам показать. Он где-то стоял, да? Классный? Да. А это какие-то кристаллы. Ой, что это такое вообще? Смотрите, ребят, какое-то народное творчество, да? Ну, очень красиво. Алуштинский дельфинарий аквароль. Здесь вот такие дельфинчики. Фотосессия. Такие хочешь? Здрасте. А мы хотим косички вот такие. Сколько стоит? Да не такие, мам. Алиса выбрала три цвета. Синий, белый и фиолетовый. Тебе голубой очень хорошо. Посмотрите, какая роза. Боже мой. Какая красавица. Леша купил нам чай. На кого похожа эта девушка? Пишите в комментариях. Вот ей выплели? Да. Вот да. Ей. Это Ольга Бузова? Она да, не знаю. Из Москвы, да. Да? Москва, да. И вы ей плели, Ольге Бузовой? Леша не верит. Да, запросто. Смотри, как аккуратненько плетет. Вот эспадрилья. Ребята, Алисе стали делать косички того цвета, который она выбрала. И она в последний момент, когда уже пол головы было сплетено, сказала, что хочет зеленые. Представляете, зеленые. Но это на следующий раз теперь уже, да, дочь? Двое детей, ага. Два взрослых, один ребенок. Возьми, подержи, я рассчитаюсь. Давай. Нам бы пакетик, а то мы с этими бутылочками. Ну-ка, как Алиса африканки танцует? Смотрите, откуда мы приехали и куда мы едем. Мы едем в Ялту. Ялту, вот сюда едем. Сейчас мы вот здесь, в Алуште. А приехали мы из Керчи. Вообще так долго. Если все вот эти города, которые мы переехали, то это будет вообще долго. Да. Вот где Керчь. Два дня будем. Ага. Сейчас заходим в Крым в миниатюре. Герб Республики Крым. Герб города Алушта. Заходим? Знаете, вам два бесплатных кофе. Где? Вот в этом кафе. А, в Киви-Киви пойдем. Кофе, да, попьем? И вот бесплатный вам детский билет в магазин самоцвета. Хочешь купить себе камень? Да. Бесплатный детский билет. А как идти до магазина самоцветов? Прямо до набережной, я покажу. А, ты видел? Конечно. Это самоцветы? Обалдеть. Мне вот этот понравился. Вообще обалденно. Ага. Все... Какое волочковое кольцо. Ну, смотрите. Смотри, как мало людей. Да. Вокзал Симферополя. Вообще не должно быть больше, да? Здесь такие посадочки красивые. Смотрите, какой вокзал. Нам сказали, что Крым не объехать даже за одну неделю. Нужно несколько раз сюда приезжать. Там Лего был, и там я нажимала на кнопки. И там да. Кинотеатр Симферополь такой красивый. Хорошие, да, миниатюры? Да. Такие реалистичные. Не, ну он вообще, я говорю, Крым сам по себе. Слушайте, это живые цветы, Леш? Это живые гортензии? Обалденные. А вон другие скоро воткнут. А, да?
Реставрация идет. Да. Угу. Матросский клуб построен в 1954 году к столетию первой обороны Севастополя. Матросский клуб. Размах, конечно, нереальный. Почему в других городах России не строили такие дворцы, замки, красивые здания? Сегодня разговаривали с женщиной с одной, она говорит, не зря цари сюда ездили отдыхать. И люди сюда ездили всегда подлечиться, у кого какие-то проблемы с легкими. Панорама обороны Севастополя. Графская пристань. Севастополь. Слушай, надо в Севастополь ехать. Ты смотри, сколько там всего. Надо. Нужно, нужно. Но это уже следующая поездка, да, на август запланируем. Свято-Никольский храм, Севастополь. Храм-пирамида Святого Николая. Сооружен в 1870 году. Диорама штурм Сапун-горы. Диорама штурм Сапун-горы 44 года. Одно из крупнейших произведений современной батальной живописи. Памятник подвигу советских воинов, освободивших Севастополь от гитлеровских захватчиков. Нужно все вживую смотреть. Да, в этот раз мы не сможем в Севастополь попасть, но хоть так посмотрим. Смотрите, какая прелесть. Храм-часовня Георгия Победоносца на Сапун-горе. Все, ребята, мы влюбились в Крым. Это теперь наше новое любимое место для путешествий. По деньгам нормально. Бюджетно, я бы сказала. Кто говорит, что дорого, я не знаю, возможно, с учетом поездки из других городов России дорого, но... Ну, для нас это вообще, можно сказать, что ничего и не стоило. Храм Петра и Павла, город Севастополь. Интересный храм. Обратите внимание, какая у него форма. Лёш, вот это храм, представляешь? Да, храм такой формы, да? Интересный. Колонны, да. Крупнейший телескоп в Европе. Второй по величине оптический телескоп на территории стран СНГ. Вот так вот. А вон там что такое? Слушайте, я в восторге от гортензий, которые здесь растут. Какие они красивые. У меня все никак зацвести не может. Но здесь просто что-то нереальное. А вот зеленые. Это же тоже гортензии, правильно? Красавица, красавица, как бабочки маленькие. Такая штучка у меня есть, японский бересклет. Только у меня он с желтыми листочками. Ты сюда пришла, да? Ты пришла сюда на цветы смотреть? Так, это что за крепость? Я уже мимо прошла. Слушай, я все не обойду. Ребята, я все не обойду. Алеша мне говорит, Юля, снимай, снимай сама. Алеша, я не обойду все. Давай, делим на две части, я у тебя посмотрю половину потом. Иди. Так. Немного не с той стороны пошла. Здесь очень красиво. Здесь так хорошо. Здесь ветерок. Распылитель воды. Всем советую сюда приехать. Обязательно походить, побродить. Деревья. Птицы поют. Кузнечики, сверчки. Сурбхач. Монастырь Святого Креста. Армянская апостольская церковь. А вот такую вот, ребята, сосну я посадила. Вот такая сосна у меня должна вырасти. Ханский дворец Бахчисараи. Построен в конце 15 века. Интересно, туда вовнутрь пускают? Если пускают, я бы с удовольствием туда съездила. Походила бы там, посмотрела.
Что-то мальчики балуются, да? Скажи, мальчишки, что делаете, да? Какая красота! Это реально самоцветы? Наверное, я не знаю. Еще в этом парке очень много фигурок для детей. Он обалденный, реально. Тут смотрите, какой красивый Чебурашка. Все новенькое, все чистенькое. Гена какой красивый, прям новенький. Может быть, это реставрированный, я не знаю. Здесь бесплатные батуты, но если покупаешь билет, то батуты бесплатные. На фигуры не залазить. Какие красивенькие. Но этот парк, он огромен. Вот смотрите, там все в фигурах. С этой стороны тоже фигуры-смешарики. Домик Бабы-Яги. Смотрите, даже в Лего можно поиграть. Да, три богатыря. Зачем вам Дубай? Вон, пожалуйста. Вон Шрек с Фионой, да. Где? Там дальше, там. А вот в домик, наверное, можно зайти. Там река, кстати. Ага. Река Устья. Она уже такая подземная, да? Классно, да? Слушай, ведь, ну, оказывается, это могут ведь, а? Могут, когда хотят, удивить детей. Angry Birds, Шрек, Фиона. Я понимаю, что это все не оригинал, но тем не менее. Ну, они хорошо выполнены, не страшные. Блин, старались. И скульпторы, и художники старались. О, будка Боб. А знаешь, зачем Патрик такой? Чтобы на него сесть, ну, можно? Конечно. А написано «не залазить». А сделали, наверное, с этим расчетом. Ну как тебе? А что тут было? Тут? Тут сено для животных, наверное, кормят. А это кто, Алис? Шершуля? Не знаю, какой? Золотая рыбка. Нет. Наверное, здесь рыбок ловили дети. А что тут разобрали? Ну разобрали, уже старое просто. А стало. Как паука в Лунтике звали? Паука? Паук-паук. Не помню, дедушка паук, да, Алис? Дедушка Шершуля был. А, дедушка Шершуля — это шмель. Вот новая фигура, кот Леопольд. Прям свеженькая, да, Алиса? Ай, болит с обезьянкой. Такая милашная. А луж-то мини-Крым. Хочешь с ними рядом сесть? Нет, я их боюсь. Не бойся. Прям навьё, смотрите. Странно, что здесь никого нет. Все такое красивое, все вот такое новое. Тоже новенькое? Конек-горбунок-то вот. Да. Недавно, вот только фильм. Слушай, точно, и прям мальчик этот из мультика, да? Внешность. Волосы чуть-чуть другие. Красиво. Лягушечка тоже. Давайте мордочку посмотрим. Удивительно какая. Там сидит Карсон и малыш. Вот это Алиса Мальвина. Это Мальвина. Вот это Алиса Мальвина. А то Алиса обиделась. Леша говорит, она купила парик синий. Леша говорит, ты как Мальвина. Алиса так обиделась. Это собака Мальвины. А это Пьеро. Он был влюблен в Мальвину и признавался ей в любви. Она смотрит он туда на батут. А она на Пьеро вообще внимания не обращает. Она на батут смотрит. Ей нравится батут. Классно. Так, ты подойти к ним хочешь? Да. Раньше был такой персонаж Масяня, девочка. А сейчас есть до сих пор. Да, до сих пор есть. Да, снимают мультики они еще. Масянька. Вот оказывается, у нее вот такие туфли были, а я не помню. А какие это, я думала? Я думала, просто ножки прямые. Я даже думал, что и ножки у нее как спички, как и ручки. А, да, кстати. Может быть, у нее ножки такие же. Такие вот. А это Лева из мультика про черепаху. Прокати меня, большая черепаха. Хорошенькие.
Я на солнышке лежу, он пел песенку. Ну пойдемте посмотрим, что они там устроили. Так вот для чего, это было море такое. Да-да-да, это типа море. Камни красивые. Пойдем посмотрим, что-то они танцуют там эти парни. На этих ходулях. Какая-то битва у них там. У них репетиция идет. А, репетиция? Идем на набережную Алушты. Крымский сувенир. Заходим сюда. Но, скорее всего, здесь продаются всякие штучки. Для отдыха, для туристов. Да, вот смотрите, прикольные магниты. Магниты Катаваси. Магниты на холсте. А что ты хочешь, Алисенька, купить? Не туда мы зашли, да? А куда нам нужно? Ну, игрушечки мягкие всякие. Нет, ребят, здесь просто небольшой закуток. Идем дальше. Смотрите, какой конек морской и колесо обозрения. Идем дальше. Мы идем в какой-то музей, Алис. Да. Музей с чего, Леш? Камней, да? Ну, здесь классные, конечно, магазинчики на набережной. Есть что выбрать, ребят. Что ты хочешь? Вот такой рюкзак? Вот этот? С радужными лямками, что ли? Ты что? Зачем он тебе нужен? Ой, как здесь хорошо. Как в холодильничке. Так, без надобности написано, камни не трогать. Все в граммах, главное, смотрите. 20 рублей грамм. Нужно по знаку зодиака выбрать. Ну, пойдем сейчас посмотрим. Ух ты! Драгоценный алмаз. Алмаз. Александрит, изумруд, сапфир, рубин. 5000 2 метра. Жемчужные бусы. Двухметровая нить. Обалдеть. Купить, что ли? Ребят, смотрите, какая красота. Это четки, это браслетики, вид 200, браслет на резинке, разные минералы, агат. Алисочка, вот браслетики, смотри. По знаку зодиака. Ребят, мы зашли в музей. Здесь нам наденут вот такие аудиогиды. На ушко тебе надели, да? Вот так, как коробочка. Все. Она сама включится? А я вам сейчас объясню по аудиогиду. Пойдемте туда. Там у нас два зала в музее. Так, по аудиогиду. Давайте покажу. Номер один на аудиогиде – это вступительная часть. Общая информация про камни. 3-4 минуты продолжается. Номер два – это учебная коллекция. Как раз таки все породы и минералы в своем естественном виде. Можете по порядку по несколько раз подходить. Хорошо. Все. Приятного просмотра. Спасибо. Вот карамель. Смотри, нефть. Вау. Тихо. Я уже видела. Видишь, что тут не посмотрели?
Обалдеть, какая красота. Амазония. Смотрите, океанит. Как будто мохнатенький. Океанит. А вот еще очень красиво. Кавансит. Такие вкрапления яркие-яркие. Камера немного искажает. На самом деле просто кислотно-яркий голубой цвет. Иолит. Очень красивый камень. От серого к оранжевому. С перламутром. Амазонит. Спайный блок. Вообще амазонит, конечно, шикарный камень. Ребят, шикарный. Изумруд Урал. Поселок Малышево, смотрелись. Это с нашей родины, с Урала. Смотрите, Челябинский метеорит. Село Депутатское. Собран 23 февраля 2013 года. Но это он практически как только упал. Вот, видишь? Ага. Хальцедон какой красивый, да? Вот точно цвет, как у Анастасии Волочковой. У нее такое кольцо красивое. Белое? Просто. Нет, у нее кольцо с каким-то камнем голубым. Очень красиво. Смотри, это все я же. Угу. Вот это особенно красиво. Смотри, агат крейзи. Кварц с рутилом волосатик. На стекло похож, как будто стекло, а внутри мишура елочная. А. Смотрите. Хороший музей, большая коллекция, но, скорее всего, не полная, но есть что посмотреть. Такие цвета, вот эти натуральные расцветки, просто нереальные, ребята. Азурит, да. Это тот? Золото самородное. Золото самородное. Челябинская область, прииски, на реке Миас. Серебро, золото, Чихуахуа, Мексика. Смотрите, медь, со всего мира медь. Здесь коллекция. Медь. Угу. Сера вон там. Из США тоже. Медь. Тут вообще всякие такие. Смотри, висмут выращен из скелетовых кристаллов. Вот необычное, да? Нет. Так, ну вот это вот малахит. Такое много его, да? Ну, вообще малахит, он вот так вот, по-моему, добывается, потом нарезается и формируются уже вот такие большие пластины, которыми все украшают. То есть малахит таким большим куском его не добывают, его добывают вот такими кусочками. Мама, смотри, это один камень, много кубиков. Угу. А что это такое? Это пирит. Тоже необычный, да? Аммонит. 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 А посмотри, как яички сделали из пирита. Красиво? Да. Перу. Вот, смотри, разноцветный халькопирит. Да. А вот тут похож на Сатурна или как-то. В саду который у нас? Сатурн. А, Сатурн. Мы повыбирали камешки по знаку зодиака. Я себе выбрала аметист. Такой вот темненький. Из Бразилии. 10 рублей грамм. Алиса выбрала себе дымчатый кварц. Южный Урал. Прямо наша родина. Очень красивый. Видите, немного прозрачный. И еще Алиса взяла зуб акулы. Белые акулы. Белые акулы, да. Все? Угу. Все собрали, да? Вот он мой аметист, мой камень. Хорошее местечко. Так, готовимся к школе. Берем линейку с именем. Нет, пошли. Все. Папа говорит, я уже устал. Кого? Я рюкзак хочу. Какой, какой? Вот это. Радужный? Хвостика нету. Наполовинку. Алиса! Вот это красота. Мне кажется, что поворачивается, да, Лёш? Разве нет? Чё, нет? Нет, стоит на месте ровно. Да? Это... Обман зрения? Алушкинскому аквариуму. Это в 2015 году там написано, построили. В аквариум-то пойдете? Нет, Алушкин? Не-не-не, все, поехали дальше, уже вечер. До Ялты мы доедем сегодня, нет? Не знаю. Мы зашли в классную кофейню. Точно? Баблгам.
Вкусно? Угу. Мы едем в сторону Массандровского пляжа. И здесь, смотрите, по одной стороне идет тротуар, огороженный. Люди идут с моря вверх, поднимаются. Серпантин, правда, вообще очень длинный серпантин. Специально мы ничего не бронировали, потому что Booking в Крыму не работает. А мы очень любим Booking. И поэтому едем. Куда приедем, туда приедем. И по месту уже найдем то, что нам понравится. Ребят, проезжаем какой-то дом. Старый, разбитый весь. Ой, как страшно. Столько машин. Ребят, походили, побродили. Что-то нам здесь не нравится. Ну, еще последствия наводнения кругом. Держись со мной рядом, зайка. И мы решили, что мы едем назад. Назад в рыбачье. Там и море почище, и людей нет. Нет, здесь, конечно, есть что снять, есть где остановиться. Но те отели, в которых есть номера на данный момент, во-первых, у них нет прямого выхода к пляжу. И, во-вторых, там неоправданно высокая цена. Вот, смотрите, какая красивая церковь. Лёш, я на секундочку. Вот такая церковь. И посмотрите, какой огромный кипарис. И как он снизу укутан. Почему он укутан, я не знаю. Возможно, он распадается или люди не могут подниматься на второй этаж. Не знаю. Здесь очень интересно. И вот мы уже пришли к общему мнению, что Ялта очень-очень похожа на Турцию. Лёш, мы здесь выходим. Зай. Только в три очень раза похоже. Ну нет, не в три, так же. Вот эти перепады, где нужно то спускаться, то подниматься. Пойдемте, а куда нам идти? Лисе. Так, это Рузвельта 9, а нам нужно... Лисюнечка, иди со мной рядом. Вот сюда нам нужно. Да, кто-то забыл туфельку, да? Гусеничку. Помнишь, у тебя были такие зеленые гусенички? Ну, что-то да, помню. Вот зашли мы в Бристоль. В отель Бристоль вот здесь. Недалеко припарковали свою машину. И рядышком есть отель Бристоль. По-моему, 3 звезды или 4. И нам сказали... Проходи, проходи. И нам сказали, что есть номера по 8 тысяч в сутки. Нормальная цена, но нет в них кондиционера, прикиньте. Вот здесь могли бы мы остановиться. Мы сейчас находимся в Массандре. Ну, в принципе, самый центр около пляжа. Вот. Да нет, такая жара на улице, что без кондиционера просто нереально останавливаться. Лёша сразу сказал, нет, нет, нет. Второй вариант у нас был гостиница «Интурист». Ялта «Интурист». За три ночи получалось 57 тысяч. И Лёша сказал, что нет. Без пляжа он не хочет. Лёша звонит уже назад. Ну что, найдут нам номерок? Где-нибудь на мансарде, да? Уже номеров нету. Ну, ну возвращайтесь, найдем мы вам какой-нибудь номерок. Ну, нам уже тут не придется как бы выбирать. Что осталось, то и выберем. Не нужно было съезжать, да? Ну, короче, на 3 дня, да, опять снимаем? Сказали нам то, что там... Нет, мы можем, конечно, смотрите, в другом отеле слушайте. Снять, но Алиса в мафию нет, играет. Смотрите. А, мы сделаем как? Мы заселяемся обратно? Да. И сегодня же мы заказываем на завтра экскурсию. Конечно, все, хватит сидеть. Ты с нами едешь на экскурсию? По дворцам, по дворцам, это на вторник. Не обсуждается. Приобщаться будешь к культуре. Все. На корабле поедем? А потом все твои хотелки. Море, купание, мафия и все остальное.
днем наше время, утром, вечером твое время. Договорились? Мы будем смотреть по экскурсиям. Мы не будем такие большие длинные экскурсии брать. Будем на полдня брать. Всего-то 10 часов. Нет, ну есть же поменьше там. Короче, мало там. Ну посмотрим. Ну на одну хотя бы давайте съездим. Ну да, хотя бы на одну. На 6-часовую? Ну да, на полдня. Нет, тебе времени покупаться останется больше, чем предостаточно. В общем, ребят, показываем вам. Смотрите. Это последствия наводнения. Леша уже, наверное, показывал. Да, Леша, ты показал? Смотрите, все содрали люди, все содрали. Ну, потому что оно... Фу, оно даже пахнет мокрым. Ага. Так-то здесь интересно. Я люблю такие старинные дома, красивые. Я не могу так рушить себя. Смотрите, какие двери. Пойдем поближе, смотри, подойдем. Смотри, там построили двери. Да, да, да. Посмотрите, какие балконы и какое остекление. Ну уж не знаю, старинное, не старинное. Но это, по-моему, вход в подъезд. Вот. Все, садись. Хотелось бы пожить в таком доме, но ничего порядочного нет. Цены, конечно, здесь невысокие. Если снимать квартиру, там можно и по 2,5 снять. Ну, так себе. Опять же, нужно идти далеко до моря. Вот посмотрите, вот эта вся улица. И еще идти. И тогда вы только дойдете до моря, и то до вот этих вот огромных камней, буйков. Я, наверное, не показала. В общем, не очень, ребят. Не очень. Или интурист за 60 рублей. Так смотри сам. А что мне-то смотреть? Я тебе сказал свою... Не, Леш, ты вот мне сам эти все дни говорил. Алисонька любит купаться, Алисе нравится купаться. Да. Ну что мы с этого интуриста будем ходить? За бешеные деньги будем ходить за 3-9 земель. Потом ехать, потом опять идти. Да, на этих багги. Нет. Все. Наверное, я так думаю. Я не знаю, ты смотрела сайт интуристов, у них есть свой пляж? Ребят, нет? Знаете, в чем проблема? Нет, ну, у них, может, и есть, но ехать до него нужно. Как я поняла, нужно ехать, потому что он находится далеко от пляжа. Ну, как сейчас поснимай немного, мы сейчас будем проезжать вот эту улочку, да, по которой вот, мы шли пешком. Вот здесь на Рузвельта 4, дом я, который вам показывала, в нем можно снять. Осторожно, женщина. В нем можно снять квартиру. Что-то по 3,5, по-моему, они там стоят. Но идти-то смотрите сколько. Поверните налево. Да нисколько не идти. Просто тут, ну, такое, как бы. Ну, это. Тебе, слушайте, кажется, отдых в Ялте, ну он такой, ну знаете, ну такой. Для тех, кто любит походить, посмотреть, вот это вот все. А что тут? Мне не понравилось. Я вышел такой душняк. Запахи вот эти неприятные. Ну, не знаю я. Похоже на Стамбул. Только в Стамбуле чище, сразу же говорю. Нет, я бы не сказала. Леша, не разгоняйся, пожалуйста. Через 300 метров поверните налево. Вот здесь мы вот сейчас все это... Ну, вот такие вот мы сразу не рассматриваем. Где жилье у моря, снять жилье. Вот такие мы сразу не рассматриваем, потому что, ну, это... Я не знаю, нормальное жилье в такой рекламе не нуждается, я думаю. Вот это все вот мы сейчас пешком прошли. Мы же шли до куда? Ну, там еще дальше аж прошли. Нет, правильно, что не поехали по сторонам. Вот нужно. Меня не видит, не слышит. Ну, я понимаю. Развернитесь. Я сказала. И вот все здесь такое, ребят, видите? Все вот такое. Как-то вот красивые старинные дома, смешаны вот с этими вставками, вот с этим новоделом таким непонятным. Я такое не люблю. А, это Бристоль, наверное. Ты любишь либо старинное, либо... Ну да, я люблю что-то... Через я люблю красивое. Что-то одно. Вот в этом доме, Леша, говорю, Леш, вот в этом доме, может, посмотрим, что есть? Он говорит, ну и что? Ну возьмем и будем опять ходить на вот этот пляж непонятный. Ну реально непонятный, согласись. Ну непонятный, мне он не понравился. Очень много людей, вот эти волнорезы страшные. Да, и еще, знаешь, Массандра. Одну штуку, там пляжи вообще разделили, там... Это волнорезами они, да, Алис, это зрительно разделены, на самом деле пляжная линия, она одна. Вот я...
это Массандра. А, это все-таки Массандра, это, по-моему, поселок городского типа, да, Леш? Слушай, я... То есть мы не в самой Ялте? Мы в самой Ялте. В самой Ялте? Это типа район, да? Ну, типа, да, это Ялта и есть. Ну, вот мы уехали от моря. Конечно, вот здесь уже можно что-нибудь снять. Ну, и сколько мы будем идти? Сколько мы будем идти до моря? Ездить на море. А там припарковаться негде. Нет, не вариант. Не знаю, не вариант. Я... Вот чем мне нравилось в Анапе в дюнах золотых, сразу же рассказываю. Ты приехал, у тебя, ну, это первая зона, да, то есть набережная. Ты... Первая линия. Первая линия, да. То есть территория отеля находится, грубо говоря, на пляже. Все. Да. Чем мне понравилось рыбачье, то что я... Ну, есть там дорога, но она, блин, она не загружена. Да, там нету такого движения, там капец-капецкий. Ты перешел все. Ты шикарные пляжи, шикарная пляже. Вода. Ну, вода шикарная, да, вообще обалденно. Ну, каждому свое, короче. Вот, ну, вот мне вот понравилось сейчас рыбачье. И мы едем обратно туда. Я не поеду дальше. Слушай, а у нас так всегда и бывает с Лешей. Вот что-то понравилось, и все. И мы ездим, и ездим, и ездим. Мы пока Дубай весь не объездили, мы не успокоились. Мы ведь там обошли все парки развлечений, все аттракционы. В каких только парках природы, ну какие там они вот эти? Парки гиды. Цветов, где мы только не были. Гиды даже не знают таких мест, где мы были. Например, мы с гидом едем, он нам рассказывает про Дубай, а мы его спрашиваем. А вы на рамке Дубая были? Он, а что, ее уже открыли? Он даже не в курсе, что она уже открыта и функционирует. А мы уже там побывали. А мы были там как раз чуть ли не в первые дни, когда туда как раз, помнишь, какая-то делегация. И мы такие на улице стоим, смотрим, туда люди пошли. И мы с ними вместе зашли, помнишь? Угу. И попали вовнутрь. Вот, ребят, видите, какие серпантины. Вот это. Вот она, Массандра. Ялта. Ялта Массандра. Нет. Не наша, да? По достопримечательностям, да. Отдыхать? Нет. Теперь я понимаю, почему там сказали в рыбачьем, что с Ялты к ним ездят отдыхать. Да, с крупных городов, говорит, ездят в рыбачье отдыхать. Осторожно. С Ялты в том числе. Да. Вот даже и то, вот мы проезжали Алушту, не останавливались. Да я бы лучше бы в Алуште остался. Слушай, а там так интересно в Алуште. Ну там уже... Но пляжа, опять же, нет. Ну, пляж общий, интересно? Да, и очень много народу. Дельфинарий, короче, там осталось нам посетить, и океанариум. Там, посмотрите, чайка такая. О, монстр! На мусорке сидит. Вот и все, что там осталось в Алуште, посмотреть. Ну там музеев много еще. Ну, музеев, писателей. Ну, я бы не смог в такой местности жить, конечно. Ну, а что людям делать, если они здесь родились? Родились и живут. Куда им деваться? GPS подключен. Сейчас выйдем на трассу. Цель снять номер в отеле Мария. Сутки 60 тысяч рублей. Охренеть. Я хочу там жить неделю. Это моя цель. Это, блин, найти лишние средства. Это я на втором этаже мансарду на эти деньги могу забабахать. Я хочу в Марию попасть. Мария, блин. Хочу, не могу. Ой. Кому что, да? Кому надо сделать ремонт в доме, а кому в Мрию просто сгонять, потусоваться? У нас еще с тобой квартира скоро на подходе. Ну и там еще ремонт надо делать. Хочу в Мрию. Да, я хочу в Мрию. Ну, да. Хочу сильно. Не, ну в принципе, да почему бы нет? Желание-то хорошее. Поверните налево, а затем поверните направо. Хорошее желание, но нет. Почему нет? Почему нет? Тебе понравится там. Отдыхать, Алис, тоже надо ездить, уметь. Красотка отдыхать. Моя. Отдыхать можем в другом месте. У нас еще квартиры. Ой. О, маленький мышонок бережет свои квартиры. Свои финансы. Да, да.
fall.